принцесса Милана. Сегодня мы будем открывать трех новых человечков и плюс сделаем для них домик. Давайте начнем. Я начну с вот такого человечка. У нас деталька сломана, если все ладно. Как раз я ее сейчас буду собирать. Как он показывается? Вот такой или вот такой идет? Давайте я вот радостно буду ее одену. Сейчас я буду ей одевать руки. Мне на руки надо было первее этим волосом. Я сейчас штаны сняла. Ладно. Седовый. Подожди, сейчас покажу. У нее вот такое оружие. Такое. Такое золотое. Если попытаюсь ставить ей руки. Простите, одна из деталей улетела. Я наконец-то ставила руки человечку. Такая умная, она улыбчатая поставила. Давайте теперь прикрепим волосы. И осталось ее поставить на подставку и дать ей оружие. Вначале я ей дам оружие. Это как бы сказать. Я забыла, как называется. У которого комбой вот так ловят что-нибудь. Наверное, это такое оружие у нее. Это Леди Америка. Очень классная фигурка. Отложим рисунок и откроем скорее же следующего человечка. Я начну с вот этого. Так. Открывайте. Еще юбка. Вот так надо ставить. Ой, тут даже это бинокль. Это маленький для меня бинокль. Я очень с ним начну. С какой стороны? Вот это злодейской и вот это. Странно. Вот это странно. Но лучше вот так. Я буду еще домик делать. Очень, это черное и красное. Я попробую сначала человечка ставить. А! Деталька чуть не укатилась. Так, это сюда. Она просто не ставилась. Ладно, я вот это попробую. Oh.
Ой, не то. Нам надо вот этой стороной, а не вот этой. Пытаюсь просто вставить. Не могу. Давайте приносили ей лучше юбочку один. А кстати, я не заметила, у нее два бинокля, черный и красный. Это как-то вот так должно выглядеть. А вот у меня. Вот и видим. Ну да, вот сюда вставилась. Вот я уже собрала еще одну героиню, но она у нас злодейка считается. Вот такая черно-красная девица с двумя биноклями. Давайте ее поставим к Америке. И откроем последнюю героиню и начнем уже строить наш дом для них. Ой. Все. Есть вот такая и есть вот такая, но я не хочу вот это взять. Я первый раз вижу, что в Америке были такого цвета, да, я пока она потом тяжело не вытаскивает. Все, в Америке была маска стрелы. Ну, хорошо, что у меня паста. Не должна хотя бы потрогать. Это раз, конечно. Давайте пытаться ее выколачивать. И вот этой девочке. Дырки. Кстати, я в порядке. Все, голова крутилась. У меня такой меч. Это я уже крутилась. О, у меня легко руки вставляются. А вот это нет. Это легко вставить. Пока легко очень, но она не хочет легко вставляться. Ням. Ладно, пока попробуем ей. Пойма, она упала. Я понимаю. А как сейчас? Ой.
Давайте попробуем его поставить на жилик. Это раз на камеру. Героиня упала. Старик героиня упала и свои оружие потеряла. А, ну еще не лежит уже. Я опять же думала, что надо было это танцы сами делать. На равном доме расстояние, что от водного стадиона, что от речного вокзала. Что туда, так я не дошу. И вот собран, наконец-то, нас последний человек. Голову укутилась. Ну, не совсем собран, а руки собраны. Я ее делаю добрым делом. Ровно добрым, может, он там перевернул. Пока будет голова будет полтавить. Ну пойдем к бугре, придется выкорячивать волосы. Ну ладно. Ставим ее на свою поставку. И дадим ей меч. Ну, не меч, а защиту как бы. А защита это ее вот этот. Как бы сказать, щит. Вот так. Давайте же я позову последних еще человечков. Ну, они не в пакете, они не новые. След. Ну, всякие следы новые. Человечки. Видите, вот. Ну, это уже это более старые человечки. Вот здесь вот эти человечки. И вот где-то тут еще один был. А, вот он. И вот еще один человек. Как бы сказать, они не новые. Человечки будут тут сидеть, а мы начнем свой дом. У меня тут много материалов. Нам нужно упаковывать его съесть. У меня такая дверка будет, да я его сюда прикрепила. Это вот сюда. Берем вот эту. И, например, ложим сбоку, но это вместе. Но у меня не вместе, поэтому я вот сюда оставлю. Я же это тоже оружие у одной налетело. Дальше что мне понадобится? Ну, вот такая я сделала штука. Да. Надо сейчас это сломать. Смотрите, вот это стоит вот сюда, а вот это вот сюда. Это типа микроволновая печь. Вот так надо. Это вот сюда уже у меня. И вот так. Это на каменной печи, а тут как бы готовить можно, но тут приклеить, но вот я думаю убрать или оставить. Убрать или оставить. Ну тут пока вот будет. Потом, наверное, беру. Надо приклеить, наверное.
Ну как ты так будет? А мы будем дальше строить домик. Берем вот эту штуку. Делаем небольшое отверстие на голове. Ну, мне кое-что понадобится для... А, нет, вот я нашла окошко. Это не отверстие, а окошко будет у нас дома. Вот. Вот так у нас такое. Мы посмотрим и будем играть. И стоя на себя. Поехал, Май. Знаете, у меня тогда лошадка будет. А вот это гуляет. Она была отсюда очень красиво тут получилось. Как вы думаете, что лучше? Я вот это возьму, давай. Очень прикольный он. Красивый, я его возьму. Я сейчас только заметила. Вот надо зверь взять. Отсюда? Это вот тут раковина. И вот эту штуку надо. И окошко. Ну, вот тут ну, такая небольшая. Но окошко все-таки надо куда-то поставить. Не, это я поставлю на второй этаж, а вот это мне надо. Вот это. И надо на какую-то поставить. Давайте искать-то двойные. Вот есть. Вот. Тарелочка. Но это мне не надо в доме. Все. Как делать обложку? Вот это легко. Легко сделать. Легко говорим. Как говорят. Говорится. Никто поймет. Как говорится, не станет. Вот так будет точно. У меня двойные уже поканчиваются. Вот я только оставлю все и приступлю к следующей части. Можно так попробовать, но лучше нет. А я вот так делала, да, я вот так делала. Вот сюда и все. Так, только вот тут надо сделать. Доделать. И мы дальше будем. Ну, не все, не закончится, конечно. Вот это я попробую. Это глубоко. О, вот это как раз. Это такая. Надо ее вот так. Вот как сделаем. И теперь будем вставлять второй этаж. Второй этаж у нас фиолетовый. На первом этаже у них кухня. На втором этаже будут жить пирамиды. Для злодейки это был один маленький домик. Кто умеет это делать, пишите в комментариях. Но я лично в этом не разбираюсь. Да что ж такое-то? Не вставляется наш второй этаж. Почему-то... О, тут ставится уже... О, наконец! Я сейчас ее разделю. Я то есть разделю второй этаж. Вот так, вот так.
И вот там будут жить, например, вот это вот здесь будет жить, это вот здесь. Кровать. Или не можно взять одна комната, но это не так все. Ладно, свободницы мои. Кровать я пока сделаю для одной. Вот одна кроватька. Вот так, рядышком. Тут соседкой поболтать по вечерам. Доме второй. А пытаюсь сделать. Надо другую взять. О, вторая все вставила сразу же. Вот так они тут болтать смогут. И тут что-то может этим делать. Вот так вот куда что-то делать. Ну да, я взяла там столь. Раз. Я уже сделала дом, и сейчас я вам покажу и расскажу историю. Ой, вот это я, мы в одном доме, но получается, что так. Ладно, давай рассмотрим территорию. У-у-у, прикольно. Ладно, я пойду посмотрю, что наверху. Иди. Очень прикольная камера, я отдохну, кажется. Стой! Что? Что такое? А, я думаю, это очень прочное, что-то кричит уже. Сюда положу. О, тут реально классно. Ладно, я тоже посплю. Но надо... О, я забыла про алмаз. Вот наш алмаз. Вот это вообще алмаз. Надеюсь, его никто не уходит, пока я спать буду. Так. Алмазы я люблю. О, спят. Отлично. Как алмазы? Но мне пригодится. О, я его спрячу. И что потом гоняли? Ой, я буду не... Ладно, я пойду к своим девочкам в этот дом. Что? Что такое? Алмаз украден. Я знаю одну злодейку. Как ее зовут? Джерри. Черно-красная. Девочка черно-красная? И она мне тоже знакома. Это значит, она из Америки. Стоп, мы одна и та же. То есть, получается, мы сестры. Как твоего папу звали? Америка и моего. Ну ладно, потом разберемся. Бери щит, а я возьму свое оружие. Ты готова? Нет! Еще пока. Подожди. Хорошо, побыстрее, побыстрее. Щит, булку. И погоня начинается. Так. Что это? А, хватит! Хватит! Да! Я сейчас полицию вызову. Что вы со мной делаете? А кто ты вообще такая? Ты черно-красный. Ты черно-красный. И что, что я черно-красный? Я не тебе черно-красный. Я черно-красный с безюбки. И у меня нет такой маски. И еще у меня нет таких ботинок. Ну хорошо. Ты не видела я? Хочу присоединить. Ой, я хочу. Конечно, хочу присоединиться к этому.
Да, погоня. А, это мы заняли. Ой, что это? Я не знаю. А что у вас похитили? У меня алмаз похитили. Алмаз дружбы. Вот этот? Да, это алмаз. Бежали домой. Спасибо, Шерри, черно-красная. Ну, конечно, ты очень похвашала, то, что нам помогла. Пока. Это было уже злая. Все, она просто разорвалась на части. Ну да, она вернется, надеюсь, еще. Ну да, вернется. А, можно вместе? Ставь лайк, кому понравилось видео, и дизлайк, кому не понравилось видео. Подпишись на мой канал, поставь колокольчик, когда тебе будет приходить надпись, то, что вышло на мое новое видео. Всем пока!